всем. Мне 8 лет. Я расскажу, как работает молоток и как он разбивает стены и строит их. Смотрите, вот так он ломает их. Молоток состоит из шестеренок, мотора и вот этого механизма. И вот этот механизм работает от моторчика и от батарейного отсека. Это главный отсек по работе. Там батарейки, без него бы отбойный молоток не работал. Еще тут датчик есть. На, вот, вы по, если вы кладете сюда палец, то начинается крутить моторчик. Все, я сейчас буду строить стену. Вот мы достраиваем уже стену. Я достроил стену. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. И всем пока.